Положим на тарелочку и посмотрим, какая она внутри. Вот такая у нас получилась рыбка. Теперь взбрызгнем лимончиком по желанию. И посмотрим, какая рыбка у нас внутри. Смотрите, какая белая косточка. Видите? Так легко вообще. Смотрите, какое мясо полностью готовое. Даже такой большой окунь у меня приготовился очень быстро и просто. Смотрите, чудесно. Смотрите, как легко. Очень классная рыбка получилась. И поверьте, очень-очень вкусная. Приятного всем аппетита!